1 августа 2012 года. Это Сиранхелия. Каждый день меня колбасит, хочу снимать видео, но, блядь, не могу снимать, потому что хуяк-хуяк-хуяк-хуяк по голове, по стенам, блядь, по всему дому, каждый день, блядь, эти стуки, блядь, потому что я живу в панельном доме, блядь. И что я хотела сказать? Опять я посмотрела этот бедрум, блядь, ебучий, какого хуя? Опять меня обсирают, блядь, говорят, что... Блять, я не переплюну никого со своим уебанствами, вся хуйня. Каждый, блядь, обзорщик, блядь, считает своим долгом, блядь, меня обосрать, блядь, какие же вы все жалкие, блядь, как я заебалась это повторять, что вы такие жалкие, 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 блядь. Потому что, блядь, это же, блядь, пиздец быть таким однообразным, быть таким жалким, однообразным, это пиздец. Жить в страхе, блядь, что о тебе подумают, что, ой, блядь, что ж о тебе подумают, это пиздец. Ой, блядь, а как же я буду жить, что ж они обо мне, блядь, подумают, нахуй. Блядь, это ж, блядь, они все делают, блядь, свои видео клепают, анонимусы, блядь, обзорщики, блядь. А если, блядь, не анонимусы, то они обязательно меня обсирают, блядь. Потому что, блядь, если не обосрут, блядь, обзовут, блядь, этого обзорщика пидорасом, если он меня не обосрет, хули, блядь, хули. И этот, блядь, обзорщик каждый, блядь, раз меня обсирает, блядь, и другие обзорщики каждый раз меня обсирают, блядь, хули, блядь, обзовут пидорасом, блядь. А, блядь, как потом будете жить, блядь, если вас обзовут пидорасом, блядь, пиздец. Какие же вы, блядь, все, сука, трусливые, блядь, жалкие, блядь, бедные, блядь, я бы оставила вам свой номер телефона, блядь, но у меня нет телефона, блядь. Я вот тоже, допустим, блядь, бедная, блядь, хули. Но я, допустим, блядь, не жалуюсь, блядь, пиздец, на эту жизнь, блядь, я не жалуюсь, блядь. А вы, сука, блядь, вы лицемеры ебучие, лицемеры, лицемеры, блядь, надеваете маски, блядь, и обсираете меня, обсираете, блядь. И вот, блядь, какой-то один человек, блядь, сказал, блядь, уже, блядь, не помню, блядь, всем нравится, блядь, всем нравится мое видео, блядь, всем уже давно нравится, блядь, только суд об этом говорить, блядь, вы, блядь, обзорщики, вы ссыте, блядь, об этом говорить, блядь, о том, что вам нравится мое видео, и вы, блядь, обозреваете, блядь, вы перепащиваете, блядь, заливаете, заливаете, перепащиваете, блядь, и, блядь, все равно, блядь, ставите дизлайки, блядь, срете, блядь, и обзываете меня, блядь, пидораса, блядь, и так далее, блядь, как же вы меня уже заебали, блядь, пиздец, вы трусливые, блядь, уебища, ой, блядь, не могу снимать видео, пиздец, пиздец, короче, я тут, блядь, словесный понос, блядь, какой-то, блядь, нахуй. А тут еще, блядь, по стенам стучат, блядь. Каждый день по стенам стучат, поэтому не могу снимать видео, блядь. Оно меня нахуй сбивает, блядь, пиздец. И на моих видео это слышно, блядь, как каждый день, блядь, сука, по моей голове, сука, стучат, блядь, и по моим стенам, сука, стучат, блядь, пиздец какой-то, блядь. Слышно, нахуй, на весь дом, блядь. Вот такая вот хуйня, блядь. Могу продолжать, блядь, бесконечно, блядь. Вы уже заебали, блядь. Вы такие однообразные. Ну, блядь, ну, блядь, ну хоть чуть-чуть, блядь, разнообразьте свои видео, блядь. Свои обзоры, вы, блядь, обзорщики, блядь. Разнообразьте, скажите что-нибудь, блядь, новое, блядь. Или хотя бы обострите меня, блядь, как-нибудь иначе, блядь. Это уже так заебало, блядь, это однообразие, блядь. Я хуею, блядь. Лицемеры, сука.